Осень – не повод для хандры и уныния. Под таким девизом пройдет очередное увлекательное городское мероприятие «Фотокросс», которое готовят сотрудники библиотеки имени Маяковского. Идея не новая, но специалисты информационного центра переработали ее по библиотеку. Саровчанам предложат отправиться в приключения по родному городу и увидеть знакомые улицы и дома в новом ракурсе. Ключевой темой всех наших фотокроссов, он будет третий, мы сделали книгу и литературу и, собственно, танцевали уже от этого. Участникам предлагается выполнить 6 заданий за 3 часа. Для их решения требуются не только точные знания, сколько смекалка и сообразительность. Важна и творческая составляющая, так как все нужно будет снять на камеру и в конце квеста представить жюри фотоотчет. Мы предлагаем нашим кроссерам, так называются участники фотокросса, оживить какие-то цитаты или книжного героя и переместить его на улицы города. А это значит, что конкурсантам придется побегать по городу в поисках зашифрованного места и только потом проявить свои творческие способности и выполнить задание. Очередность при прохождении кросс-листа не важна. Маршрут можно построить в любом порядке. Для нас важно другое. Насколько вы точно сумели проникнуть в настроение задания предлагаемого. И насколько вы интересно смогли выстроить этот кадр свой. Для участия в фотокроссе нужно собрать команду друзей, коллег или родственников и прийти 15 сентября в 15:00 в библиотеку на Московской 11. С собой обязательно иметь фотоаппарат или любой гаджет с камерой для съемки. Подсказка от организаторов: чем больше у команды будет различных аксессуаров, тем легче будет выполнить задание. Елена Грицкова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.